И всем здорово, народ! С вами снова я, Медрик. И что ж, это новая карьера, карьера за Краснодар. И карьера в новом сезоне 19-20. И, ребята, сегодня спонсором нашего видео является 1xBet. 1xBet — это не только большие выигрыши и быстрые выплаты, это еще и самый надежный букмекер. А также там есть не только спортивные рубрики, но и киберспорт. А при регистрации по ссылочке в комментарии, в закрепленном комментарии, 1xBet дарит вам бонус 6500 рублей. По-моему, это неплохо. Далеко неплохо. А как получить этот бонус, ты узнаешь в закрепленном комментарии. Посмотри внимательнее. Ну а мы продолжаем это видео. Я не дождался FIFA 20 и начал карьеру в модификации 19-20. То есть это, ребята, новый сезон. Да, так как не будет Краснодара в новой FIFA, мы будем играть в этой FIFA. Да, благодаря модификации, спасибо, мододелы, спасибо, что даете делать так, чтобы мы играли в новом сезоне, с новым составом, и у нас все по-новому. И что ж, ребята, благодаря мододелам у нас теперь работает карьера за Краснодар, и все это работает, новый сезон, ребятки. Теперь мы играем за Краснодар, также мы участвуем в Лиге Чемпионов, а группы уже сформированы, да, плюс новый календарь, то есть мы начнем с Рубином играть, ну как новый календарь, точнее старый календарь прошлого сезона. Да, ребят, хотя подождите, нет, это рандомный календарь. Это рандомный календарь, к сожалению, новый не удалось перенести. Это не моя вина, я просто не умею это делать, может, мододелы знают, каким образом это сделать, но новый не получилось календарь перенести, но зато здесь все вроде бы работает, надеюсь, никаких багов не будет. Вот, видите сами, у нас, походу, группа в Лиге Чемпионов, то есть Краснодар все-таки вышел в Лиге Чемпионов в игре. И хорошо, хорошо, что мы вышли. Мы можем играть в Лиге Чемпионов, представьте, ребятки. Можем дойти далеко. Кокорин это предлагает купить. Интересно. Так, также мы можем тренировки сразу же начать. И кто бы мог подумать, что сейчас у меня будет карьера за Краснодар. Давно обещал вам карьеру за Краснодар, и вот, наконец-то, я могу ее запилить. Но в FIFA, не в PES. Пост мы обязательно запилим, что-то интересное. Не знаю, что это будет за карьера. Пока вам точно сказать не могу. Но, ребятки, должно быть интересно. Ну и, конечно, тут не все новые трансферы Краснодара, поэтому многие трансферы мы сделаем сами. Ну, на свой лад, конечно. Все по-своему сделаем. Тут еще также, ребята, я знаю, кого качать. Будем качать голкипера Сафонова. Ведь он реально неплох. Хотя тут рейтинги у него маленькие. Лиц, пожалуй, не запилили, но это все будет исправлено. По крайней мере, я благодарю людей, что дали такую возможность играть за Краснодар. И предсезонка. Выйдем играть в предсезонке, посмотрим, что из себя будет все это представлять. Я буду играть сам, обязательно сам. И буду играть против Норвич Сити. Выходим играть вот этой схемой. Игнатьев будет играть в атаке. Стоцкого я, пожалуй, ребята, выпущу во второй половине. Кабаре уже так-то ушел, но он до сих пор у меня будет играть в основе. Допустим, он не ушел. Допустим, он до сих пор у меня есть. Мамаев находится под стражей, но я думаю, что скоро выйдет. Подождем его. И, ребята, некий такой обзор. На самом деле, возможности играть. И надеюсь, у меня все сейчас получится. Сыграть с Норвичем нормально и красиво. Вау, какой красивый стадион. Ну, это вроде не наш стадион, да? Это не наш стадион, это раньше Велдером. Ну, красивый стадион, похож на стадион Краснодара. И, ребята, начинаем. Начинаем игру! Что ж, ух, как будто в новую FIFA играю. Ей-богу, только уже с Краснодаром вместе во главе. Будет таких вот два матча сегодня, может быть, три сыграю. Сейчас уберу также еще тренера, какого-то хрена он включился. Будет вот таких вот несколько матчей, наверное, сыграно, ребята. И посмотрим, что можно, в принципе, придумать, как получится сыграть. Но если вам понравится, мы продолжим эту карьеру обязательно. Пишите в комментариях, надо ли продолжать. Ох, 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 ох. Что ж, также пишите свои трансферы в комментариях. Посмотрим, кого можно будет взять, кого прикупить. И, ребятки, все пишите. Я обязательно кого-нибудь довозьму. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Момент-то какой. Я хочу, в принципе, посмотреть на Федорова Чалу. Я хочу попробовать сыграть с двумя форвардами. Это Игнатьевым и Чаловым. Ну, как вам идея, тоже напишите об этом в комментариях. Ну, блин, здесь вообще аккуратно так надо играть, что просто ужас. Надо бы Велену реально купить и Кабеллу. Взять тех ребят, которые действительно в Краснодар перешли.
О, на пенальти, да, привозим. Здесь Мартынович свалил. Ну что? Давай, Сафонов, тащи. Скорее всего, в левый угол долбанет. Во, Сафонов, умничка. И здесь еще и Вандерсон хорошо поработал. Ох, и протолкнули мяч вперед. И нужно просто продолжать атаку. Ну же, Игнатьев, дальше, Нагазинского. Классен в центр. Перейра на Газинского. Газинский, перекладина. Игнатьев в центр, Газинский. Движущая сила атаки, на самом деле. Да, Газинский красавчик, но, ребята, забивать нужно. Нужно забивать. Так. Газинский почему-то играет у меня справа. А что у меня реально с составом? Блин, я забыл позиции всем поменять. Ребята, тут баг один нашел. В общем, карьера не очень хорошо работает. Да, мне чтобы поменять позиции, мне, короче, нужно игроков переставлять. То есть у них ничего не меняется, плюс замена не делается. Так что карьера, возможно, за этот клуб отменяется. Но не пропадать же ролику, на самом деле. Не пропадать же ролику, так что пока будем играть так. Еще и назад не выходит. Замечательно. Спасибо, игра. Кнопка назад не нажимается. Начал, называется, карьера за Краснодар. Это просто победа называется. Так что пришлось симулировать, потому что все зависло там к хренам. Извиняюсь за выражение, ребят. Просто не получалось поменять игрока. Это плохо, это плохо, это ужасно. И, ребятки, не знаю. И вот что случилось с составом. Я хрен знает, что делать дальше. Может быть, здесь у кого-то идеи, но походу это не играбельно, да? Поиграли, называется, карьера за Краснодар. Ну, блин, состав смешивается. Может быть, можно создать новый состав? Центр составов. В остальном-то все работает хорошо. Это вот именно вот тут какие-то проблемы. Походу, симуляции только помогают. Сам состав не работает. Татаев, Странберг, Шишкин вернулись из аренды. А что, перезаход, наверное, тоже не поможет, да? Не работает. Не работает. Да, вот таким вот составом выходим мы, по сути. А если я зайду в сам состав и там поменяю? Наверное, вылетит. Короче, ребята, вылеты. Да. Ничего я поделать не могу с этим. Просто обыкновенные нахрен вылеты. Хотя, в принципе, прикольно. Вот если бы допилили до конца, все было бы классно. А так, вылеты и вылеты. В это играть невозможно. Но мы посмотрели, обозрели, как говорится, карьеру за Краснодар. Полматч сыграли. Но, ребятки, играть дальше невозможно. Но можно выйти на матч, чисто скатать его, чуть-чуть поиграть. Но смысла в этом я вот не вижу. Ну, некий обзор на мод будет. Окей. Допилят, продолжим карьеру. Не допилят, ну и ладно. Ну а с вами был Мэдрик, всем удачи, до скорых встреч, друзья. Лайки можете не ставить. Если хотите новых таких экспериментов, то можете поставить, рубить лайк. Следующее, что попробую поэкспериментировать, это, ребята, конечно же, я просто зайду и попробую сыграть в новом сезоне уже только какой-нибудь английской командой, либо испанской, либо еще что-то, либо итальянской. Потому что, ну чё, пропадать что ли новому сезону? В общем, всем удачи, до скорых встреч, друзья. Всем пока. Увидимся уже вот-вот скоро. Всем пока.